بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. уважаемые братья и сестры. Приводится в достоверных источниках хадисы, которые приводят имам Аль-Бухари и Муслим, в хадисе от Ади бин Хатима, то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вспомнил наказание ада и искал убежище. Искал защиту Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля и сказал: «Аллахумма инна аузу бика мин азаби ан-нар». О Аллах, я прибегаю к тебе от наказания ада. И после этого он сказал: «Иттаку ан-нара ва лау бишиқи мин ат-тамра». Бойтесь Аллаха, ада, бойтесь ада хотя бы на половинку финика. Половинка финика. Каждый из нас на сегодняшний день может сделать садака в размере половинки финика. Альхамдулилля. Тем более в эти дни, когда благие дела, альхамдулилля, принимаются Всевышним Аллахом, награда увеличивается. Позови человека, чтобы он сделал с тобой фтар, хотя бы половинкой финика. И ты возьмешь награду, как будто ты вместе с ним постился за этот день. Ты за свой пост берешь награду, он берет за свой, и ты еще дополнительно берешь награду. Один день, вы знаете, на пути Аллаха, один день поста на пути Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, отдаляет лика человека от наказания на 70 лет. Есть люди, которые каждый день постятся не один раз, тысячи дней, как будто они пропасть. Тысяча людей зовет на ифтар. 100 людей, 10, 5, одного даже. Но ты уже берешь двойную награду, как будто ты сегодня не один день, а два дня постился. Такую награду берешь, субхан Аллах. Кана лаху мин аджри саими, гайру ан янкуса мин аджри шейк. Как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, кто позовет на ифтар одного человека, ему будет награда, как будто за его пост, а тот, кто постился, он свою награду также не потеряет. Потом саллаллаху алейхи ва саллям сказал, продолжил: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. А тот, у кого даже половинка финика нету, есть такие люди, у кого нету, то тогда бойтесь ада хотя бы благим словом. Скажи брату хорошее слово. Подними его настроение благим словом. Дай ему хороший совет. Ведь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: مِنْ خَيْرِ أَعْمَالَ أَنْ تُدْخِلَ سُرُورَ فِي قَلْبِ أَخِيكِ. Наилучший из дел перед Аллахом — это когда человек является причиной, что у его брата в сердце появляется радость. Дай Аллах субхана ва тааля, чтобы мы были из тех, кто читал Коран, читал хадисы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, исследовал этому в своей жизни. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.